Знаете, мне кажется, что причины, по которым люди устраивают погромы в Европе, и причины, по которым в России полный бардак с миграционной политикой, все-таки разнятся. В России проблемы миграционной политики связаны в первую очередь с коррупцией, на мой взгляд. Зачастую люди остаются в России на нелегальном положении благодаря тому, что существуют механизмы обхода закона с помощью взяток, с помощью денег там, и так далее. Но, тем не менее, социальная напряженность, конечно, растет с каждым годом. И, в принципе, ситуация может прорваться наружу, и результат может быть одинаковый. Несмотря на разные причины в Европе и в России, результат в итоге может быть очень похож.